Про Пасху. Будучи студентом, в нулевые я работал секретарем сразу у двух раввинов в Могилеве. Да, еврейская и иудейская вера, она тоже неоднородна, и там тоже есть разные течения. Есть хаббат, есть реформисты, есть такие более традиционники, примерно как у нас католики, протестанты и православные тоже. И у каждых немножко своя паства, за которую они постоянно борются. Я работал секретарем сразу у одного и у другого раввина, и в мои обязанности в те годы входила помощь в организации каких-то мероприятий, праздников, то есть найти в аренду помещение там под определенное количество человек, разослать пригласы этим людям, навестить каких-то пенсионеров в праздники и принести им продуктовый набор. Либо рассылка корреспонденции, ответы на звонки, встреча посылок на всяких вокзалах и передачках. Или просто там развоз кого-нибудь из раввинов по каким-то делам, его или его семьи. В общем, работа была веселая, интересная, но эта история про еврейскую Пасху. Как мы знаем, еврейская Пасха начинается немного раньше, чем православная. Там тоже она плавающая, это все зависит от их календаря, лунных суток там и все. Калух, кто знает, тот знает, что такое калух, смотрят обычно по нем. Когда мы организовывали какой-либо еврейский праздник, большинство людей, приходивших на все эти мероприятия, приходили не столько для того, чтобы удовлетворить свой какой-то культурно-религиозный голод, а больше по обычным мирским причинам. Просто вкусно покушать на столах, пообщаться с какими-то америкосами и израилами, которые понаехали на праздники, и получить какую-нибудь гуманитарочку. И большая часть приходила в первую очередь за этим, ну а потом уже и окультуриться, скажем так. И естественно все праздники, так как они по-любому предполагали угощение, какие-то подарочки, какое-то интересное общение, всегда собирали большое количество людей. В Могилеве в целом было скучно, делать там было нечего, а тут какой-то вот движ просто на почве того, что ты принадлежишь к правильной вере. Но Пасха стояла особняком в этой всей когорте праздников. И с ней всегда была очень интересная вещь. Еврейская Пасха же являлась особенным праздником, потому что, в отличие от всех остальных, типа Ханук, Пурима, она не предполагала какое-то веселье, она не предполагала какую-то супер там раздачу подарков, выпивку и обжираловку. На еврейскую Пасху мы, народ Израиля, вспоминает о том, как он вышел из Египта и 40 лет, будучи еще недавно рабами, они скитались по пустыне. И в этот день, точнее в эту пасхальную ночь, не столько праздник веселья, сколько праздник скорби. И чтобы прочувствовать то, как народ Израиля когда-то вышел из Египта, нужно абсолютно ничего не есть до 12 ночи. А потом ты ешь такое специальное блюдо на пресной, несоленой еды. Мясо на косточке, брокколи тоже вареное на пару. И Пасха еврейская — это про грусть и скорбь. И она абсолютно противоположна нашей Пасхе, где яйца, булки, куличи, веселье и объедаловка. И когда я обзванивал всегда народ, чтобы он собирался, большинство этих людей, в принципе, вели обычную светскую жизнь и о праздниках слышали лишь всегда мельком. Но когда их приглашали именно на Пасху, всегда охотно отзывались. Пасхальные мероприятия всегда собирали максимальный аншлаг, всегда был максимальный солд-аут, приходили все. Потому что в голове была все время ассоциация с нашей русской Пасхой. Ты приглашаешь, говоришь, что приходите, будет праздник Пасхи. И они такие чисто автоматически, ну да, Пасха, думают, наверное, это что-то вот веселое такое вот, что они привыкли наблюдать в обычной жизни. Подкидывались на это, и постоянно на Пасху собиралось самое большое всегда количество народа. И потом все время было забавно наблюдать, когда эти мамочки, бабушки, дедушки сидели в каком-нибудь там актовом зале, слушали до часу ночи эти песнопения, и такие вопросительным взглядом рыскали по залу, а когда кормить-то будут? А где столы? Вот. А кормежки не будет, и столов не будет. И потом, когда с этой тарелочки там что-то минимально ели, тоже, чтобы не наесться досыта, а чтобы, наоборот, сопереживать, люди после этого, уже после ночи, уходили очень разочарованными, типа, вот это Пасха. Но самое смешное, что спустя год все абсолютно забывали о том, что еврейская Пасха — это не про еду, еврейская Пасха — это не про развлекуху. И когда ты обзванивал их на следующий год, приходил полный зал всегда. У людей короткая память. Ехали-ехали, вот нашли такой заброшенный дом. Старый, но не проклятый. Вокруг деревни живет свою жизнь, а этот дом заброшен. Давайте посмотрим, что в нем внутри. Это распаковка дома. Заходим внутрь. Здесь вот такие остались ручки. Остались вот такие лампы советские.
Здесь всякое старье валяется, вон радио, шампанское пьют, тарелочки, вилочки, даже корзинки. Кто жил в те времена, вспомнит все это, предметы быта. Здесь тоже всякие советские фонари, всякие железки, все валяется, все очень красиво, но, к сожалению, заброшено. Тут тоже корзинки, картинки, картонки. Видимо, такая хламовая была. Открываем внутри. Вау, настоящая русская печь. Вау, настоящий буфет. Вау, стол, стул. Есть все, господи. Есть все. Заходим сюда. Повалившаяся печная труба. Но в целом, посмотрите, сколько много всего. Всякой домашней утвари. На печи. Что в печи, все на стол печи. Разваленная печь. А тут тоже какие-то, видите, ковер, какие-то стулья интересные, раритетные. Вот какие-то шапки, ушанки, вид из окна. Сельская жизнь течет своим чередом. В этой комнате тоже все такое заброшенное. Какие-то старые стулья, заколы. Да, смотрите, какой буфет, красота. Огромный. Когда-то он был красивым. Теперь, конечно, у него все лежит всякий мусор. Но сохранилось вот такой коллаж семейный. Когда-то эти люди, наверное, тут жили. Так, на чердак мы не полезем. Но здесь, в принципе, мы посмотрели. Забавно, смотрите, как вилочки вторгнуты. Что вы выберете? Вилкой в глаз? Или второе? Что там по классике предлагается? Это тебе не при немцах срать у сенцах. Вот мы в проходе стоим. А вот такая веранда красивая, уютная. А вот этот домик снаружи. Посмотрите, какие на окнах красивые. Мы были здесь. Вот эти шапки, которые висят. Вот как тут все внутри. Печально. А вот заглянем в окно, в ту комнату, которая была закрыта, запинена. Что там лежит внутри? Вот вы сами видите, сколько добра всякого. Все тут есть. Тоже и жук, и жаба. Зачем ее было закрывать? Что в ней прятали?